Ребят, как смотреть фильмы и новинки в том числе бесплатно? Смотрите видосик, поехали! Итак, друзья, для того, чтобы смотреть фильмы бесплатно, что нам нужно сделать? Заходим на сайт Кинопоиска, нажимаем лупу, вводим любой фильм. Вот, к примеру, возьмем вот из топ-10 за месяц, да, вон, например, Фандорин возьмем. Бам, он открывается. Так, Кинопоиск ругается, что я использую блокировщик рекламы, но этот блокировщик рекламы входит в PVPN, чтобы разную рекламку не видеть там. Ну, а то иногда сайт открываешь, блин, рекламы просто задавливают. Но здесь такой у меня блокировщик стоит. А, так, ребят, смотрите, нажали, Фандорин открылся у нас. Все замечательно, все прекрасно, все замечательно. Так, отлично. Делаем вот так, поделиться, ссылочкой делимся, ссылочку в Telegram вставляем. Ну, я так в Telegram вставляю, мне так удобнее, интереснее. Так, есть такое дело. И вот эту ссылочку, я сюда вставляю и редактирую. То есть, в конце я добавляю английскую букву К. Добавили. Есть такое дело. Теперь на нее, на эту ссылку нажимаю, отредактированную. Меня перебрасывает в браузер. Вуаля. Выбираем серии, пожалуйста. Выбираем оригинальный, либо без цензуры. Вот. Ну и вот, собственно говоря, запускаем. Вот так вот, ребята, можно смотреть фильмы бесплатно. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в мой профиль, там увидите очень хороший инструмент, называется PVPN, когда вы сможете заходить на любые закрытые сайты, заблоченные в РФ сайты, в Instagram, на другие совершенно безопасно, конфиденциально, с хорошей скоростью. Ну и также есть возможности. Об этом я пишу в своем чате. Ссылочка внизу.